Хоккейный «Сокол» продолжает обыгрывать всех своих соперников в чемпионате ВХЛ, сыграв накануне в Красноярской «Кристалл-арене». Сибиряки взяли верх над одним из лидеров турнира «Химиком» команда из Воскресенска. Уже в начале встречи хозяева льда открыли счет благодаря точному броску Вячеслава Шевченко. Кстати, для молодого форварда эта шайба стала уже 10-й в сезоне. В конце второго периода красноярцы пробили лучшего вратаря чемпионата Павла Хомченко еще раз. На сей раз отличился Денис Горбунов. Позже «Химик» смог сократить отставание в счете, но на большее гостей не хватило. 2-1. Четвертая победа «Сокола» подряд. И уже в эту пятницу красноярская команда сыграет в «Кристалл-арене» международный матч. Нашим соперником станет «Торпедо» из Казахстана. Начало встречи в 19:00. Спасибо болельщикам. Ребята играют ради них, бьются, стараются. Посмотрите, сколько шайб на себя поймали, заблокировали столько бросков. Молодцы, выстояли. Тяжеловато где-то в концовочке было, но ничего страшного. Молодцы, идем дальше.